Успехов, Макс, вехал. Так, получил очередную посылку от московского лейбла Cool Minis Records с моими свеженькими релизами, изданными в 2018 году. И это первая посылка в 2018 году. Вот сегодня у нас 20 марта. 2018 года, Харьков, вот это мне. Вот сейчас будем делать вскрытие посылочки. Делаем надрезик. Упакована, как всегда, идеально. Вот. Диски отдельно, полиграфия отдельно, все классно. Все отлично запаковано, запечатано. Скотчик нам не нужен, это мусор выкинем. Так, вот. Полиграфию сначала. Так, это мусор. Так, кулечек пригодится. Так, вот, ага, диджей Колдун. Вот он я. Альбомчик. Лайк бороду, дизлайк в ребро. Альбом я назвал. Это пародия на группу Ахумада Грануха. Вот я приготовил уже заготовочки. Ну, правда, двойные коробки. Ну, какая нах разница. Тоже покатят. Вот. Уже приготовил коробочки для релизиков. Так, сразу будем вскрывать и то, и другое. Запечатано все, как обычно, отлично. Хрен как его вскрывать, блин, а? Чтобы ничего не повредить.
Я сначала отослал этот альбом диджей Колдуна в том виде, как я его, ну, сказали, не, такое не, мы не, такое не, не продадим, такой хлам не надо. Ну, я доработал альбомчик, и получился такой киберпанк, грань, да, какая-то там. Ну, его там назвали на дискоксе абстракт музыкой. Ну, может быть, это и абстракт, я не знаю, я ярлыки дурацкие, блин, вешать. Я не специалист по ярлыкам. Музыка, блин, как музыка. Веселенькая, пародийная такая. Блин, как же его сказать, а? Так, запечатали, что, блин. Сейчас будем делать дырку, ха-ха-ха. О! О, может хоть так как-то отсюда начнем с. Я не пойму, как его, блин. О, вот так вот. Видишь, я все правильно придумал. Аккуратненько. Аккуратненько раз. Делаем надрезики. Сейчас что-то придумаем. Я ж Макс-генератор идей, да-да-да, тут должны быть три диска Макс-генератора идей, да-да-да-да-да. Нойзовые проекты, шумовые, блин, там, блин, вообще бомба, альбомы. Вот, вот. Так, блин, что он написал? А, это CWD, да, он короткий, да, точно. Это да. Ага. Это мои, так сказать, эти. А вот он, диджей Колдуняка. Да, как раз на 58 минут должен быть. Вот мы его сюда положим. Это да, чисто мой One Man Project. Дебютный альбом. Вот он. А не всего штука баксов в кармане джинса у меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно, да? Вот. Один альбом есть. Так. Тут для родослова еще ж. Еще для родослова есть его в копии. Тут вот альбомчик. Для родослова вот CWD. Вот, чтобы он не поцарапался, мы их сюда. Потому что коробок у меня на всех нету. Уж извиняйте. Так, это вот. Это мои проекты. Что это? Сплит. А, это тоже ж, да. Вот еще для слова. Вот еще. Сплит тут, короче. Хигвальд, Торнопарт и Воркл. Кул. Воркл. Или Воркл, Воркл. Не знаю, по-английски, но хер знает, как читается. Так. Что там еще? И все, да. А, еще третий, да? А, это я. Да-да-да, это для Ксюхи. Для Ксюхи, да-да-да-да. Ксюхе еще ж надо экземплярчик дать. Вот, это для Ксюхи. Вот, это для, два для родослова. Для, два для родослова и один для Ксюхи. О, точно. Сейчас вот так вот. Это все хлам ненужный. Это отсюда уже ножницы нам не нужны. И это не надо. Так. Вот. Что там у нас дальше?
Ага, вот это для Ксюхи. О, для Ксюхи. А для себя что? Для Ксюхи потом. Сейчас сначала себе все сделаем. Ксюхе надо будет коробочку найти какую-то. Для демоники, да. О. Вот это мой проект, вот он я. Два проекта, Slice of Life и Warhol. Warhol — это барабаны чисто ритуальные. Второй, да, я сделал вот как прикольно, чтобы было понятно, видно все. Вот так, что у нас там дальше? Так, это для Ксюхи, вот ее экземплярчик. Так, что у нас там дальше идет? Это что? А, это да. Вот. Это мой сплит. Сплит, да. Три сингла. Гевальд. Торн Апарт, новый сингл. Ментал некритицизм, часть четвертая. И класс инструментал в духе My Dying Bride. Я слушал недавно My Dying Bride. Ну как недавно, это уже прошло месяца два назад. И сочинил вот эту тему. Умирающая птица. Вот. Получился такой классный дум. Очень даже хорошо напрягает. Как и дум, как дум и должен, в принципе, звучать. Вот. Тоже One Man Project. Так, где тут у нас? Ага, вот. Вот. Вот как оно выглядит. Ну, конечно, качество полиграфии, я извиняюсь, это не мое, не глянец. Матовая, видно, дешевая очень. Ну, зато один такой релиз стоит 8 евро на этом лейбле. 8 евро — это нормальная цена. Это не 2 евро. Вот, так что. Вот мой третий релиз, полученный сегодня.
Вот. Так, что там дальше у нас? И получается еще вот, вот это CWD, да, Cyclic Bench, Progressive Death Metal. Я, кстати, да, на Лексе написал, что соберу группу. Ну, пока что трубач только есть, я есть, вокалист, родословие, не знаю, будет он, не будет. Я еще с ним не общался на эту тему. Ну, вот сегодня вокалистка Дарья нарисовалась, не знаю, я еще не слышал ее эти самые работы. Вот. Как оно, чего? Послушаем. Как оно, чего, что и как. Опа, вот, вот он я. В очках, в окулярах. Вот CWD, да. Самое ценное это время, да, это точно. Ну, да, вообще идея есть с симфоническим оркестром выступить, да, с этим проектом. Будет бомба. То, что надо. Это промо, да. Я так и написал в роликах своих, что это промка у меня. Так, и получается, еще у меня есть тут на два диска, да. Ну, в принципе, у меня там где-то еще есть коробка. Так, это у меня In the Sky. In the Sky, In the Sky, In the Sky. Ну, давай вот это вот сделаем. Вот. Браво, Комби Крайст. О. Вот это я. А, обложечку сделал жестко. Так. Вот обложечка. Жуткая, страшная, да? Да. Ну вот. Это киберграйнд именно. Стиль характеризовали так. Там сумасшедшая такой... Такой Dark Electro Noise там, короче, вообще там. 255 ударов в минуту, наверное. Такое, типа как Молотов что-то. Вот я когда выступал в том году. А, в каком том? А, в том, по-моему. Или в прошлом, уже не помню. С Молотовым. Слышал, как он там... Его музычка. Что это такое? Ну, кажется, я тоже такое умею сочинять. А началось как? Я в 2015 году пришел как-то в клуб «Живот» и смотрю, думаю, ёпта, так и я могу выступать с такой музыкой, тё хуля. И думаю, ну и сказал, говорю, что вот мне тоже могу выступать. Ну и выступал, да. Правда, особо не перед кем. Ходят одни бомжи. Харьков это вообще что-то в последнее время бомжатский город какой-то стал. Вот, готово. Вот еще один релизик. Так, теперь вот Браво Хосика. О, да, тут тоже кавера на Хосика. Ну, даже не, да. Такое там, такое, блин, мощный альбом. Такой киберграйн, что вообще там крышу сорвет нахер. Вот, вот это. Вот, обложечка такая. Сексуальная. А вот, кстати, соло Родослова.
Вот это соло, это слово прикольное такое. Вот обложечку делаем. Это мой проект Макс Генератор Идей. Еще один альбом вот планирую в этом году забахать. Будет называться он Ай. Ну и, наверное, не знаю еще, как он будет. Может быть, он будет вообще кардинально отличаться от всех остальных. О, прикольно. Вот это вообще напоминает какой-то логотип, какой-то Brutal команды, да? Прикольно, да, получилось? Ну, довольно-таки классно. Вот. Culminis Records, а это мой CyberMax Digital. Вот. Вот, тоже альбом там на 70 с чем-то минут, то есть ого-го какой. Опа, вот. И сейчас еще надо будет коробочку одну найти. А это вот для Родослова. Его копия. А мне надо сейчас какую-то коробку найти. Музычка закончилась. Сейчас повторим еще. Ну или другую поставим. Еще время есть. Вот. Временем навалом, как говорится. Вот CyberMax Digital Records 2015 год. Мой первый релиз Max Generator Idea In The Sky. Тут, конечно, вообще мощный. Тут гитары используются. Там, короче, безумные такие соло. Короче, там очень шумовая музыка. Если последующие два альбома Браво Хасика и Браво Комби Крайс, то там электронная музыка, а тут именно живая, переобработанная там через всякие фильтры, через всякие синтезаторы. Бррр, такое, что такой, блин, на тебе грань такой, брух, жестокий очень. Вот. Вот, сейчас поставим. Так, сяк, так вот. Вот, это опять я. One Man Project этот снова. Вот. И вот этот альбом, как он я его оформил. Вот он, тоже он длинный, там на минут 70 чем-то, под 80 минут, короче.
Вот. Вот как он выглядит. Вот, и каждый релиз стоит на этом лейбе Culminis Records 8 евро. Вот один мой авторский One Man Project. Вот Макс Генератор Идей Браво Хасика второй альбом. Да, 2016. Вот, 2015 уже целая коллекция. Вот. 2016 альбомчик тоже мощный. One Man Project. И 2017. Вот они получаются. Это Браво Комби Крайст. Да, тут мощный вообще, блин. Вот он. Вот они получаются. Три альбома. Вот. One Man Project. А это группа, да, это тут я. Дисмал на барабанах, Родослов на вокале, тут что, и программа на компьютере, остальная музыка, вот он я тут на гитаре живой, остальное все там программа, ну барабаны живые, дисмал на ударных, на вокале, живом вокале, скримовом, Родослов, да. Это промка, да, вот сейчас вот, как раз вот на Lux я разместил объявление, что собираю команду. Тут 4 темы, еще 5-я есть, но 5-ю тему я не это самое, еще не издавал. А вот, кстати, тоже Хиевальд, он на парт, воркл. Вот, все. Тут Хиевальд, это дисмал на барабанах. На вокале Родослов, на ритм-гитаре я, моя музыка, на соло-гитаре Родослов и на вокале Родослов. Так, кто на пар, там на барабанах, тоже дисмал. Я на гитарах, ритм и соло, и на этом, как его, на, ну, на синтезаторе, там этот, как его, блин, орган, короче, вот. И Родослов на вокале, да. Ну, тексты. Тексты, в принципе, это мои тексты, и на английский переведен на Родослова. Вот. Ну, Metal Necroticism тут на русском языке, еще будет на английском уже переведен текст. Так, вот это совместные работы. Вот тоже сплит, да. Тоже, да, это и тут я, Warhol, барабаны, и Slice of Life, это Ксюха тут, вот, сингл, вот, так что, и я, как бы, совместная, мой проект и Ксюхин, можно сказать. Так, вот, мой еще дебютный альбом, DJ Колдун, проект Лайк в бороду, дизлайк в ребро, вот, такая смешная обложка. Ну, тут такая вот тоже вот обложка красочная. Ну, и тут тоже шут. Такая вот. Потроши соседей, пусть горят в аду, чтобы им было тихо, пускай мне платят мзду. И такой ребенок, типа, смотрит в мультики на всю катушку. Ну, вот, короче. Вот, можно сказать, мой сегодняшний, так сказать, позитив. Вот мои проекты. Вот, получается 7 дисков. 7 релизов от лейбла Culminis Records. 7 релизов, да. Вот они, 7 релизов. Это мой One Man Project, One Man Project, One Man Project, One Man Project. А это уже совместные. Ну и тут частично Warhol, это мой, скажем, это сплит, единственный сплит, ну и это сплит тоже, это группы, тут три проекта, Фигевальд, Торнопар, Warhol, CWD, DJ Колдун
целая трилогия Макс Гнатов и Ди, три альбома, и Slice of Life, Split и Warhol. Все, всем пока-пока. Покупайте диски на Cool Minis Records и сдавайте на диски, тоже диски на Cool Minis Records.